Сергей. Что у тебя, шеф? Потерял кого? Кого-то ищешь? Да пошел. Курить есть? Да, спасибо. Есть одна. Дай. Пожалуйста. Что? Скажи, пожалуйста. Давай сюда, мать твою. Живее, мистер. У вас очень милая манера общения. Вам об этом говорили? Спасибо. Очень хорошо. Мэгги! Ее нет. Что? Прошли те дни. Ты тут девчонку не видел? Что? Девчонку. Черные волосы, синие джинсы. Я видел только маленькую шотландскую овчарку. Да? Так ты девушку свою потерял? Да. Ты ее не видел? Черные волосы. Нет. Твою мать. Вот сука. Ушла и с концами. Вы из Шотландии? Вы шотландцы? Да. Ну и как там? Дерьмово. Мне надеру задницу. Ты думаешь по-шотландски? Ну, о кожаной сумке с мехом, телячьем рубце с потрохами и приправой, скачущим по узким горным тропам, покрытым овсянкой. Чушь несет. Я просто вспомнил один лингофонный курс. Научись нести чушь за 2 недели, очень хороший курс. Правда, я еще не освоил переходный глагол. Может, заткнешься? Так что ты тут делаешь? Зачем ты в Лондоне, Бодхидхарма? Отправил старика в больницу. Отца? Да. Дал кочергой по башке. За что? Сам напросился. Мэгги! И что, он совсем плох? Еле живой, мать его. А мать что об этом думает? Не знаю, я сделал ноги. Так ты в бегах, что ли, да? Я тоже. Да? От легавых скрываешься, да? Расскажи мне кое-что. Что? Что все это значит? Вот это. Старинный горский танец. У тебя ловко получается. Что? Ну вот эти твои гримасы. Вот эти. Ну вот. Опять ты это сделал. Я не сочиняю. Да пошел ты. У тебя такая уморительная рожа, когда ты орешь. Мэгги! Очень здорово выходит. Ты что, издеваешься? Ты сам над собой издеваешься. Ты что, мать твою? Что ты на меня тянешь? Каково это быть таким? Припадочник. Пошел ты, гомик. Ты веришь в пророчество? Слышал о Нострадамусе? Он был астрологом в 16 веке и написал в одном из своих катренов, что гун по имени Гистер нападет на Польшу. И когда Гитлер прочитал его, он подумал, что Гистер — это Гитлер, и решил, что это он, и напал на Польшу. Поэтому, когда он предсказывал конец света в 1999 году, значит ли это, что ты выполняешь его предсказание, приближая апокалипсис? Слышишь меня? Согласен, что конец света будет в 99-м. Что ты об этом думаешь, приятель? Может, поищи свою крошку, а я здесь подожду. Если она объявится, я задержу ее до твоего прихода. Как тебе мой план? Ты здесь будешь, да? Да. Ладно. Если она вернется, скажи ей, чтобы она меня подождала. А попробует убежать, дай по башке за меня. Да, я ее свяжу. Значит, ты здесь будешь? Да. Постой. Как ее зовут? Мэгги. Ах, да. Я скоро вернусь, ладно?